самом сердце Одессы гостеприимно расположилась кафе-пиццерия «Tasty House». «Tasty House» представляет европейскую кухню с высоким уровнем обслуживания и доступными демократичными ценами. У нас все предусмотрено для проведения детских праздников, дней рождений, разного рода корпоративов и разных праздников. Меню разнообразное. Здесь все очень вкусно и ароматно. Настоящие гурманы точно останутся довольны. Жареные шампиньоны с чесноком и базиликом – новинка месяца, которую здесь готовят и подают так, что сразу хочется попробовать. Берем грибочки, делим их пополам на две части. Добавляем базиликовый соус, делаем подушку микс-салата, аккуратненько выкладываем наши грибочки. Еще одно кулинарное мастерство, которое продемонстрировал повар ресторана «Буррито» – традиционное мексиканское блюдо. Соус гуакамоле на основе авокадо мы помазываем по тортилье. Сверху тортилья посыпается сыром. Для приготовления буррито потребуется фарш телятины, овощи и острый мексиканский перец. В блюдо добавляется рис, специи и мексиканский соус. Затем готовится заправка. Обжаривается фарш со специями, добавляется красная фасоль и соус. Чуточку души, и блюдо готово. В кафе-пиццерии «Tasty House» гостям постоянно предлагают что-то новенькое и вкусное. Особенности нашего ресторана – это то, что мы не работаем с полуфабрикатами, мы работаем со свежими продуктами. Из новинок нашего меню у нас будут традиционная итальянская горячая закуска, это жареные шампиньоны с чесноком и базиликом. Также у нас появился новый салат «Венецианская роза». Это салат с морепродуктами и очень легкий, вкусный. Приятная атмосфера и незабываемые ароматы буквально притягивают сюда гостей. Мы, значит, заказали здесь темное пиво и заказали пиццу. Но это была необычная пицца, это была пицца кальцоне. Очень сытное блюдо, очень много начинки, вкусное тесто пропеченное. Но нам понравилось. Нас сюда первый раз привели друзья. Мы отмечали день рождения. Мы заказывали пиццу, деткам заказывали пюре с котлеткой, соки. Обслуживали замечательно, все быстро, горячее действительно. Если она пицца горячая, то она реально горячая, свежая, ароматная. Гостей в кафе-пиццерии «Tasty House» порадуют также приятные акции и сюрпризы. У нас действует акция «Девятая пицца в подарок». При заказе 8 пицц с собой, 9-я пицца, любая на ваш выбор, идет в подарок. Также даблбокс с курицей кентукки. А также в ваш день рождения мы поздравим вас с нашей 10% скидкой. «Tasty House» – кафе-пиццерия, улица Дерипасівська, 26, телефоны 32 92 23, 093 717 03 33.